Новое поколение, новые знания и новый формат их проверки. Петропавловске стартовал областной этап Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам. Впервые олимпиада проводится в онлайн-формате с трансляцией, а еще пригласили общественных наблюдателей, чтобы все прошло честно и прозрачно. Подробности в сюжете Анастасии Кузнецовой. Камила Раушанова учится в гимназии-интернате для одаренных детей имени Абудус Мухамбетова. Увлекается географией, старается не пропускать различные конкурсы и научные состязания. Поэтому свои знания решила проверить и на этой олимпиаде. Успешно прошла предыдущие два тура и вышла на областной этап Республиканской олимпиады. Хочу связать свою жизнь именно с географией и участвую по этому предмету из-за того, что география – это большая обширная наука, которую изучает природные законы и изучает отрасль экономики. В будущем планирую поступить в факультет экономики в городе Алматы и начать свою жизнь в области экономической географии. Оценивать, насколько я готова, я, конечно же, не смогу. Увидим результат олимпиады, но в целом более чем уверена. Всего на областном этапе Республиканской олимпиады собрались около 500 старшеклассников, которые показали лучшие результаты на районном и городском турах. Всего участвовали более 7500 учащихся 9 и 11 классов региона. Ребята выбирают один предмет из 16 предложенных. На этот раз олимпиада проходит в новом формате. В этом году мы наконец-то проводим олимпиаду в онлайн-формате на компьютерной платформе с соблюдением всех правил академической честности. Это будет прокторинг, будет вестись онлайн трансляция проведения олимпиады на YouTube-канале. Кроме того, у нас в этом году сформирован независимый жюри из числа профессорско-преподавательского состава вуза. Вот, все работы будут зашифрованы, и только зашифрованная работа будет передаваться, соответственно, членам жюри. За академической честностью и прозрачностью проведения олимпиады следят общественные наблюдатели. В их числе наблюдатель от Республиканского общественного объединения Адельдык Жолы. Я являюсь представителем Республиканского общественного объединения Адельдык Жолы. Мы присутствуем здесь в качестве наблюдателей. Если наблюдается с нашей стороны такое, что противозаконные действия, со стороны представителей гимназии непосредственно. Соответственно, мы можем дать огласку данной ситуации и, соответственно, принять меры. Областной этап Республиканской олимпиады будет проходить до 30 марта. Проведение базируется в 4 школах города. События транслируются в режиме онлайн. Ответы и результаты опубликуют на сайте Центра методической работы и информационных технологий в сфере образования. Победители представят наш регион на республиканском уровне. Анастасия Кузнецова, Казбек Арыкбаев. Итоги дня.